Long time no see. Oh yeah? Not long enough? Okay, Mr. Grinch. Who the fuck is that? Tony, yo, I'ma keep it all the way a buck with you, for me? You'll be sounding old as fuck. Fuck you, man. Why aren't you gonna pay me rent? Короткие видео в ТикТоке от пользователя JinKid быстро набрали популярность. В них мужчина пародировал знаменитых персонажей кино. Например, Тони Монтану из легендарного фильма «Лицо со шрамом». Миллионы зрителей оценили талант новой звезды соцсетей. Однако иногда спутником успеха, славы и денег становится не беззаботная счастливая жизнь, а кровавый кошмар. Настоящее имя JinKid'а – Али Насер Абулабан. Он родился в 1992 году в Соединенных Штатах Америки в семье палестинцев. Детство будущего блогера прошло в штате Вирджиния. Уже тогда мальчишке нравилось всегда быть в центре внимания. Так, например, в 14 лет он стал солистом музыкальной группы, а повзрослев, пошел служить в армию. Его отправили на военную базу на острове Окинава в Японии. Там он и познакомился со своей будущей женой Анной, которая была на год младше и недавно окончила технологический колледж. Это была любовь с первого взгляда. Между Али и Анной вспыхнул страстный роман. Али решил уйти из вооруженных сил и забрал девушку с собой в Америку, в штат Вирджиния. В январе 2017 года они сыграли свадьбу, а затем в семье молодоженов родилась девочка, которую назвали Амарой. Жили они тогда достаточно скромно. Али пытался пробиться на сцену, писал музыку и только-только создал аккаунты в Инстаграме, на Ютубе, а затем и в ТикТоке. А Анна занималась воспитанием дочки. Али оказался на пороге большого успеха в 2019 году. Очередное его видео в образе Тони Монтаны стало вирусным. Интернет славу комику принес именно ТикТок, где за короткое время набрался почти миллион подписчиков. Абулабан, помимо образов Тони Монтаны, стал известен пародиями также на рэпера Даниэля Эрнандеса и персонажей игры The Elder Scrolls Skyrim. Личную жизнь Али не прятал от своих поклонников. Все знали, что он женат. Тем более большинство тиктоков, которые принесли JinKid'у многочисленные просмотры, снимала как раз таки Анна. А в видео, посвященном неповоротливому NPC из игры The Elder Scrolls Skyrim, супруга Али даже становилась его партнером по площадке. Анна тоже решила последовать примеру мужа и сосредоточилась на онлайн-карьере, хотя какое-то время после рождения дочери работала аналитиком по управлению качеством в компании Alpha Omega Integration. В своем менее популярном ТикТоке, где у Анны 15 тысяч подписчиков, она публиковала милое видео, посвященное Али. Например, на одном из них девушка использовала нарезку из кадров, где муж обнимает и целует ее, играет с дочерью и смотрит в камеру влюбленными глазами. В феврале 2021 года семья переехала из штата Вирджиния в Калифорнию, в Сан-Диего. Они поселились в Ист-Вилледж. В 10-х числах октября дружная семья Абулабан праздновала первый выпавший зуб их 5-летней дочери Амары. Анна вместе с девочкой улыбалась и радовалась каждому подарку, выбранному отцом. А 21 октября полиция Сан-Диего задержала Али Абулабана по подозрению в убийстве Анны. Что же произошло за несколько месяцев жизни в Сан-Диего? После переезда Анна немного больше времени стала уделять себе. Занималась в фитнес-центре, посещала спа, проводила время с друзьями. Такая социальная активность беспокоила Али. Да, он по-прежнему оставался популярным блогером. Просмотры росли, добавлялись новые подписчики. Но ведь всегда найдутся более успешные мужчины. Особенно в Сан-Диего. Али пытался взять под контроль каждый шаг и каждый вздох жены. Он постоянно названивал Анне, когда той не было рядом. А если женщина не отвечала, то доставал звонками и допросами ее друзей. Дошло до того, что присутствуя на встречах Анны с ее друзьями, Али вел себя совершенно по-идиотски. То и дело перебивал всех, хвастаясь достижениями в соцсетях и пытаясь подчеркнуть свою значимость. Пытаясь справиться с ревностью и одержимостью, Али перешел грань.
Однажды подписчики увидели его во время трансляции в Инстаграме, употребляющим кокаин. Сначала показалось, будто бы это часть пародии, но на следующий день блогер опубликовал видео с оправданиями, якобы такое с ним впервые, а наркотики – это вообще опасно. Далее он перешел к признаниям в любви своей жене с оговоркой, что подруги ее ему не нравятся, потому что те якобы приводят в дом посторонних мужчин, чтобы изменять мужьям. Подписчики Али обратили внимание на то, что их кумир выглядит усталым и сильно похудел, пытались его подбодрить. Увы, ситуация лишь только обострялась. 18 октября Анна впервые позвонила в 911. Она пожаловалась на то, что муж толкнул ее на глазах у дочери, а еще зачем-то показал маленькой Амаре пистолет и начал учить, как правильно держать оружие. Кстати, с приходом популярности Али постоянно носил с собой пистолет. После той ссоры Анна потребовала от Али съехать, а сама твердо решила подать на развод. В объяснении полицейским она рассказала, что это уже не первая такая ситуация. Али Абулабан поселился в отеле Mission Bay. Следующее появление перед зрителями в ТикТоке было уже пародией на самого себя. Комик утверждал, что жена использовала его, чтобы сначала попасть в Америку, а потом в Сан-Диего, и оскорблял ее. You talk to me. I bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. Name one man that would do that shit for you. В тот же день Абулабан вернулся в квартиру и разгромил ее, пока Анны не было дома. А еще он установил приложение для прослушки на iPad 5-летней дочери и уехал. Следующие 3 дня были напряженными. Али снова предстал перед подписчиками в неприглядном виде. На этот раз в кадре он находился за рулем и с бутылкой вина в руке. Мужчина жаловался на проблемы в семье, предлагал какой-нибудь из своих подписчиц уединиться, а после эфира взял телефон и начал названивать Анне и ее друзьям, спрашивал, где она, что делает и почему не берет трубки. Кузен Али пытался его образумить. Говорил, что Али может заполучить любую другую женщину. И Али соглашался с этим. Но на самом деле он не хотел никого, кроме Анны. «21 октября Анна вернулась домой не одна. Али узнал об этом благодаря шпионскому приложению. Он услышал мужской голос, мужской смех. Абулабан был уверен, что нашел доказательства неверности Анны, и он помчал домой. Всю дорогу Али молился, чтобы жена не успела заняться сексом с другим до его приезда. Когда Абулабан вошел в квартиру, Анна и ее гость сидели на диване. Али его не знал. Это был 29-летний Рейберн Бэрон, который, между прочим, тоже оказался женатым. Али подошел к ним, достал пистолет, наставил на Рейберна и нажал на спусковой крючок. Первая пуля угодила мужчине в шею, вторая и третья – в щеку и затылок. Анна закричала, и Али переключился на нее. Он убил любимую женщину одним выстрелом в голову. После этого Абулабан поехал за дочкой в детский сад. А через час он связался с матерью и затем позвонил в 911, чтобы признаться в убийстве. Полицейские отследили телефон тиктокера и задержали Али на 15-й автостраде. Суд оставил блогера под арестом без права освобождения под залог. Услышав, что прокурор запросил для него пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, Али разрыдался и заявил судье, что невиновен. Сейчас звезда ТикТока ожидает суда. Но даже за решеткой он не упустил свой момент славы и дал интервью журналистам телеканала Fox 5. В некоторых местах похоже, что Али опять играет какую-то роль. И эта роль явно не человека, который сожалеет о содеянном. Это роль человека, который жалеет себя.